Ничего себе, котеночек! Васька, да ты с ума сошла! Кого ты в дом притащила? Это он! Слово пацана, это он! Я же говорил вам! Кто он? Не киса, не тупи! Он, это главарь кошачьей банды! Кэтнэп! Его так зовут, Кэтнэп! А что он делает у нас дома? Это у Васьки нужно спросить! Это она его к нам домой притащила! Чика! Хватит! Никого я домой не тащила! А как же этот бандит у нас дома оказался? Я тут ни при чем! Я его в прихожей нашла! Думала, что он больной котенок! Ничего себе, котенок! Как ты могла его с котенком перепутать? Так это ты его молоком поила? Да, он есть хотел! Ну и дела! Васька, ну ты даешь! Бандита молочком напоила! А он теперь всем нам угрожает! Я же не знала! Ладно, кошки, хватит обвинять Васеньку. Лучше давайте подумаем, что нам сейчас с ним делать. Как что? Выгнать его и дело с концом. Какой ты умный! Как же мы его выгоним? У нас же есть два кота, мужчины. Вот пусть они этого Кэтнэпа и выгонят. Васька, ты не понимаешь, что говоришь. Знаешь, какой он сильный? Да еще он и не один. Их целая банда. Это точно! Слово пацана, их целая банда. Да что ты заладил? Слово пацана, да слово пацана. Верим мы тебе уже без всякого слова. Чика, рыжий, сходите вниз и посмотрите, кто там шумит. А что это сразу мы? Сама, Никиска, сходи. Тоже мне, кот называется. Да ладно тебе, рыжий, давай в суефа сыграем. Кто проиграет, тот и пойдет. Ну начинается. Давайте пойдет самый смелый. Самый смелый? Тогда это я. Нет, самый смелый это я. Фу ты, вот еще проблема. Идите вдвоем. Ладно, Чика, пойдем вдвоем. Чика, глазам своим не верю. Что здесь творится? Да тут же целая банда кэтнэпов. Бежим, рыжий, кошкам расскажем. Кошечки, что мы сейчас видели? Это кошмар! Их там внизу 100 штук! А может еще и больше? Кого 100 штук? Кэтнэпов? Никиска, нам конец! Но что им всем от нас нужно? Они захватывают территории, дома, а потом заставляют всех на себя работать! Что это значит на них работать? Это значит кормить их, заботиться и выполнять все их желания. Ну уж нет, не хочу я никого кормить. И заботиться о них тоже не хочу. Да кто тебя будет спрашивать? Заставят. Ой, кошки, что же нам делать? Кошки, бежим! Спасайся, кто может! Да, кошечки, ну и дела! Похоже, нам на этот раз действительно не спастись! Ой, какие они страшные! И как их много! Ой, кошки, а где Рыжик? Рыжик! Да его же самый главный кэтнэп ногой ударил! Ой, а вдруг он погиб? Бедный Рыжик! Да подождите вы плакать! Может быть, Рыжик и не погиб!
После такого удара шансов выжить практически нет. Нет, Никиска, Чика прав. Это еще не факт, что Рыжик погиб. Будем надеяться на лучшее. Правильно. Сейчас нам нужно подумать, как избавиться от кэтнэпов и как нам найти и помочь Рыжику. Вася, придумай что-нибудь. Ты же всегда нас выручаешь. Да, Васька, это же ты привела к нам первого кэтнэпа. Вот теперь и думай, как их выгнать. Никиса, я никого не приводила. Теперь уже не важно. Придумай, как нам спастись. И как Рыжика спасти? Его уже не спасти. Погиб наш Рыжик. Никиса, не говори так. Я верю, что Рыжик жив. Да, конечно. После такого удара кто останется живым? Никиса, опять ты за свое. Ой, бедный, бедный наш Рыжик. А ведь он предупреждал нас об опасности, а мы ему не верили. Это уже не важно, верили мы ему или нет. Кэтнэпы сами пробрались к нам в дом. И откуда только этот кэтнэп свалился на нашу голову? Этот кэтнэп из игры Poppy Playtime. Вот и сидел бы в своей игре, как он из нее выбрался? Я думаю, он мутировал, а потом насмотрелся сериала «Слово пацана», пробрался в реальный мир и сколотил целую банду из своих клонов. Вот теперь и бесчинствует. Бред какой-то. Бред или не бред, а банда уже у нас дома. Вася, а в игре Poppy Playtime кэтнэп всех победил? Нет, в игре его уничтожил прототип. Ну вот, уничтожил же, значит, его нет. Как нет? А кто у нас внизу разбойничает? Кто, по-твоему, Рыжика убил? Я же говорю вам, кэтнэп вырвался на свободу. Вырвался в реальный мир. Васька, в игре кэтнэпа убил какой-то там прототип. Ну как уничтожить всю банду кэтнэпов в реальной жизни? Не знаю. Вася, как же нам спастись? Ой, кошечки, посмотрите в окно. Кэтнэпы захватили уже не только наш дом. Посмотрите, как много их во дворе. А вдруг они захватили уже и весь наш район? Ну да, все происходит, как в слове пацана. Вася, думай, Вася, думай. Скорее придумай, как избавить мир от этих монстров. Кажется, я понимаю, что нужно сделать. Да ты что? Говори быстрее, что нужно делать? Нужно открыть портал между реальным миром и компьютерным. Это как? Ох, Никиска, еще не знаю. Мне нужно попасть в параллельный мир и там все разведать. Молодец, Васенька. Это ты хорошо придумала. Тише, Чика, вы не должны шуметь. Не мешайте мне сосредоточиться. Чика, тихо. Все, молчу. Расскажи, ты узнала, как нам избавиться от кэтнэпа? Да, узнала. Вася, мне кажется, что я видел там и Хаги-Ваги, и Киси-Миси. Ну да, они все в этой игре. Но это сейчас не важно. Сейчас мне нужно раздобыть энергетический шар. Кошки, кэтнэпов стало еще больше. Скорее, посмотрите в окно. Как можно скорее
активировать энергетический шар. Давай, активируй. Ну как ты это сделаешь? Это очень хорошо, что у нас сейчас появилось много кэтнепов. Да что же в этом хорошего? Вася думает, что если их много, то они нас очень быстро уничтожат. Мы и почувствовать ничего не успеем. Нет, Никиска, я сейчас заберу у них всю их энергию и при помощи этой энергии активирую энергетический шар. Ничего себе! Я ничего не понял. Я тоже. Василиса, а что будет потом? Ну, после того, как ты активируешь энергетический шар? Этого я рассказывать не буду. Вы все сами увидите своими глазами. Вот это да! Вася, это и есть энергетический шар? Да, это он! Ну как этот шар нам поможет избавиться от кэтнепов? Смотрите! Васька, получилось! Они что, все исчезли в энергетическом шаре? Да, все! И больше они не выберутся из компьютерного мира! Вот здорово! Василиса, ты молодец! Вася, ну как же наш Рыжик? Он погиб? Я не знаю! Пойдем вниз и поищем его! Бедный Рыжик! Я хоть и не любил его, но все же жалко парня! Эх, Рыжик, Рыжик! Вот здесь ты стоял, когда кэтнеп тебя ударил. Вася, но кэтнеп Рыжика только ударил, он же не съел его. Что ты такое говоришь, Чика? Я имею в виду, где тело Рыжика? Если он погиб, то здесь должно было бы лежать его тело. Эй, котяры, кого ищем? Рыжик? Рыжий. Ты откуда взялся? Тебя же кэтнеп укокошил! Ха! Это сделать не так-то просто! Я вернулся от него, а потом залез под буфет и там спрятался! Рыженький, так ты жив? С тобой ничего не случилось? Со мной-то ничего не случилось, но здесь потом такое началось, такое! Это мы знаем, это все Вася сделала! Так значит, Васька, это ты уничтожила всю банду? Ну да, это я. Василиса, ты суперкошка! Слово пацана!